Всем здравствуйте! С вами Александр Гребенец, компания ArtSauna. И сегодня мы запишем для вас эксклюзивное видео, которое в себе будет содержать эксклюзивный метод шлифовки и полировки древесины. Итак, этот метод включает в себя 7 этапов полировки, где мы с каждым разом, с каждым этапом увеличиваем зернистость наждачной бумаги до 4000. Ну а сейчас я вам покажу материал, которым будем шлифовать, и все этапы шлифовки. Их у нас 7. В данном проекте, который мы сейчас строим, мы используем термоольху. Это планка, доска для изготовления полок. И цвет она такой имеет не из-за того, что ее покрасили, а ее термировали в специальной термокамере. Шлифовка и полировка древесины в сауне – это ручная работа. И делать мы это будем в данном случае в 7 этапов. Для этого мы используем наждачку, как ее называют в простонародье, разной зернистости от 120 до 4000. Мы считаем, что цифра на наждачной бумаге означает количество зерен на квадратный сантиметр. Если мы ошибаемся, напишите в комментариях, как же на самом деле. Итак, первый этап – зернистость 120, второй этап – 180, третий этап – 320, 500, 1000, еще раз 1000 и окончательный седьмой этап полировки, самая мелкая зернистость – 4000. Да, 4000 сложно назвать наждачной бумагой, это скорее походит на тряпочку такую шершавую, но все же это окончательный финишный этап полировки. Итак, сегодня вы увидите разницу между трехступенчатой стандартной шлифовкой, которую мы используем всегда и заканчивается она на 320-й наждачной бумаге, и между 7-ступенчатой эксклюзивной ручной полировкой и шлифовкой древесины. А третий вариант вы сможете посмотреть на дерево, которое не подвергалось никаким обработкам вообще. Вы наглядно сможете понять, нужна ли вам такая детальная шлифовка и полировка древесины в вашей сауне. Ну что, друзья, как вы сами можете заметить на картинке, даже без применения фотошопа или каких-либо других фильтров, 7-ступенчатая шлифовка отражает мое лицо прямо вот на этой термоольхе. Она блестит, зеркальная поверхность, на ощупь изумительно гладкая, просто полированная мебель. Мы, наконец, можем вам эксклюзивно этот способ донести, показать. Вы можете сами это испытать, сами попробовать или заказать эту услугу у нас. Ну что, друзья, вот и результат нашей эксклюзивной полировки, шлифовки термоольхи. И для сравнения, чтобы вы могли видеть, это палочка без всякой обработки с завода. Вот эта палочка стандартной нашей шлифовки до 320 зернистости наждачной бумаги. Очень гладкая на ощупь, приятная. Ну и третий вариант шлифовки и полировки – это эксклюзив, 7-ступенчатая полировка. Первое, что хочу отметить – абсолютно гладкая поверхность, приятная на ощупь пальцем и зеркальная. Здесь видно в отражении даже мое лицо. Вот как выглядит шлифованная и полированная термоольха.
Так это же получается уже не термальха, это получается уже настоящий американский орех. Друзья, если вы еще больше хотите видео со стройки, если вы еще больше хотите таких подобных видео, пишите обязательно об этом в комментариях. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски, а также лайк и крепкого вам здоровья. С вами был Александр Гребенец. Пока!